С сегодняшнего дня в Донецкой Народной Республике водители несут административную ответственность за отсутствие полиса ОСАГО. 1 декабря вступает в силу статья 38 закона ДНР об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств. Напомним, депутаты Народного совета несколько раз вносили изменения в данный закон, перенося срок наступления административной ответственности. Закон был принят еще 24 мая 2019 года, а основаниями для отсрочек стали как незавершенная на тот момент процедура регистрации страховой компании и отсутствие необходимых нормативных правовых актов, так и большое количество автовладельцев, которым требовалось в сжатые сроки оформить полис ОСАГО. И хотя некоторые водители и в ноябре рассчитывали на очередную отсрочку, она не последовала. В настоящее время вопрос о продлении срока наступления административной ответственности для владельцев транспортных средств в Народном совете не рассматривается, цитирует депутата Марину Жейнову пресс-служба парламента. Возможность оформить полис ОСАГО в ДНР появилась с 1 августа текущего года. В Харцизске представители страховой компании работают в отделениях почты Донбасса на Черемушках и на Трубной стороне. Управление автомобилем без обязательной страховки чревато штрафом в размере 500 и 800 рублей.